Всем привет, друзья, с вами как всегда Драйвер 51 Рус, и сегодня у нас на обзоре будет приватный мод МТЗ-80, значит, от Сергея Мишина. Значит, давайте посмотрим. Вот такой, ребят, будет трактор. Ссылочка на автора по поводу приобретения будет в описании под видео. Также принимаются заявки от Сергея Бочарова на индивидуальное текстурирование модов. То есть вот
Можете сами посмотреть на качество, да, текстурок данного модика, как все это выглядит. Все текстурочки вблизи, да. Моделька, конечно, обалденная. То есть сами все. Блин, камера, конечно, тут мама не горюй. Все текстурки сделаны просто зачетно. И сам мод, конечно, тоже. Также все это в салоне. Сейчас мы посмотрим тут все анимации, все, что тут присутствует. Значит, цена вопроса мода 500 рублей. Также выложу в товары у себя в группе. Еще раз обращаюсь к вам, ребята, по поводу приобретения. Можете мне не писать, пишите автору. Ссылка на автора есть. Вот. И по поводу текстурок обращайтесь к Сергею Бочару. Также ссылочка присутствует в описании под видео. По заявкам, по индивидуальному текстурированию. То есть, кому интересно, кому есть что или нужна помощь, да, какая-то, то обращайтесь к Сергею. Я думаю, что за энное количество вы договоритесь. Смотря какой мод и, возможно, какой объем работы. То есть я думаю, что любая работа должна оплачиваться, и правильно парни делают. Если могут, то почему бы и нет, как говорится, я поддерживаю полностью. Вот. Ну, сделано все, конечно, классно. Давайте продолжим смотреть этот трактор. Так. Все заметили, да, капот отсутствует у него. Ну, это все у нас, ребята, есть в качестве аддонов, то есть... Присутствует два вида капотов, да, вот такой капотик. Классненько, да, обратили внимание, что вентилятор крутится, да, генератор тоже. Так, ладно, давайте смотреть дальше. Так, ну, капот, 200 ремонтных очков он дает, да. Есть еще вариант вот такой капота, тоже 200 ремонтных очков. Вот с такой мордой, да? Парки тут по-другому расположены. Но, в принципе, трактор у нас тот же самый. Присутствует два вида колес у него, ребята. Так, это стандартная, там как внедорожная резина, да, и шоссейные колеса, вот меняются передние. Трактор у нас полный привод. Ну, я давайте поставлю все-таки капот, мне нравится больше. Такой стандартненький. Так, присутствуют аддоны. Так, бочка 500 литров. Угу. Давайте сейчас сначала заведем его. Послушаем, у него свой звук присутствует, естественно. Ох, Нитрит Мадрид. Очень громко. Я не знаю, если меня не слышно, то вы, ребят, говорите, что меня не слышно. Пишите, говорите. Так. Вот. Сейчас буквально подождите секундочку. Сейчас мы все это поправим. Так, значит, если не слышно, ребята, говорите. Или даже, может, давайте сделаем его немножечко потише. Звук. Как-нибудь вот так. Ну, да. Так. Вот так, продолжить. Значит, вид из салона. Тут тоже, естественно, текстурки, все классно. Так, сейчас мы... Присутствует, ребята, анимация руля, анимация стрелок, ребят, присутствует. Видите, стрелки шевелятся. Ну, классно, классно сделано, конечно.
прям вообще зачет. Так, дальше погнали. Так. Смотрим, еще присутствуют анимации. Тут у нас, значит, двери. Обе двери открываются у нас, да? Все шильдики, все таблички, ребята, по текстурке смотрите, да? Ух, ё. Ну, все классно читается. Так. Люк. Верхний. Открывается. И, я так понимаю, заднее стекло, наверное, открывается. Да, и заднее стекло. Ну, давайте мы двери одну закроем. Двери можно было бы, конечно, немножечко сюда дальше выворот сделать капоту. Но я не знаю, это мое мнение, да? Трактор и так обалденный, поэтому о чем тут говорить. Вот. Но все классно по анимации. То, что двери открываются не до конца, ну, сделал так автор. Возможно, что может и переделать, чтобы открывалась она дальше. То есть сюда. Или чтобы вообще, я видел на тракторах, да, на некоторых двери просто болтаются во время движения. Ну, давайте смотреть, ладно, ребята, дальше аддончики. И начнем, да, сразу с первого аддона. Это у нас прицеп-бочка. Так, вот он. 500 литров перевозит. И поехали, попробуем заправиться. Так, давайте-ка мы ее. Оп, просела бочечка, да, всем видно. Бочка проседает у нас. Давайте жиганем. Жиганем с бочкой, что ли? Ага. Утеплитель, ребят, есть на морник. 250 ремонтных очков. Вот такой вот. Да? Прям из мешковины. Из мешковины вот реально сделан утеплитель. По текстурам. Видите, качество какое, ребят, текстур. Еще раз, по поводу текстурок обращайтесь. Ссылочка в описании под видео. Также в группе будет. На Сергея Бочарова. Вот. И поехали, что, прокатимся. Снимем, конечно, мешковину. Сейчас не зима. Солнце у нас, как говорится, в игре. Да, и поедем. Но мод, конечно, вообще огонь. Вся подвесочка, все классно работает, ребята. Я думаю, что этот мод, когда будете писать автору по поводу приобретения. Дверь давайте все-таки закроем, я думаю, да? По поводу приобретения будете писать автору, я думаю, что сконвертить этот трактор в Mudrunner недолго. Если, скажем так, ребятам нужна будет помощь, могу я сделать как бы этот конверт и потом обратно перекинуть Сергею. Да, чтобы ему меньше там заморок было. Если нужно будет, Серега, если будешь смотреть, напиши, я конверт забабахаю. Вот. Анимация брызговичков, естественно, ребята. Анимация карданов, подвески, рулевой тяги. То есть все полностью тут, ребят, шевелится. Все классно. Ну и выглядит, конечно, и сама моделька, и сами текстурки просто шикардосно. Обалденно. Вот такие, ребят, нужны в игре. Вот такие нужны моды. Не моды, а на чем ездить, правильно? Опять же, вот заикнусь. Платим деньги за игру, да, все. И почему бы не сделать так, например, разработчикам не купить вот такие трактора, например, да? Он же тоже так же без эмблемки МТЗ, то есть как бы в принципе, да, но это ж офигенный, обалденный просто мод. И по текстурам, по всему, по анимациям и так далее. То есть в дефолтную машину садишься, там просто, ладно,
останусь я при своем мнении, да, но все-таки доскажу его. Просто ни хрена нет, ребята. То есть столько денег они рубят на, блин, этой игре, да? А вот договориться там с какими-то авторами моделей, там, например, да, и вот эти моды в игру поставить заместо там дефолтной вот этой шляпы, конечно, я не могу понять. До такой степени им денег жалко или почему, без понятия, вот реально. Это обалденный мод, просто шикардосный. Макс. О, Макс, привет. Не смотрю даже. Даже чат, ребят, не читаю, сижу на трактор гляжу. Прям до такой степени, ну, шикардосно сделано, Макс, вот в натуре. Прям слов нету. Обалденный трактор. Вот. Но приватный. Вот единственное, что да, он приватный, ребят. И, конечно, не каждый сможет на нем покататься. Пока его не слили, да. То есть, у кого есть возможность и средства, да, тот, естественно, приобретет и будет уже гонять на таком обалденном моде. Ну ладно. С бочкой давайте мы, как говорится, закончим. Так, подножка. Давайте посмотрим, подножка есть у нее. Ага, есть задняя и передняя даже подножки у бочки, да? Давайте отцепляем ее и погоним вперед. Да вообще, Макс, я говорю, не то, что глаз радует, он вообще просто радует. С одной стороны, он радует, да, а с другой стороны, то, что предлагают нам разработчики, на чем кататься, очень сильно огорчает, что почему бы вот им не заморочиться вот на такие вещи, да? Люди с такими возможностями, скажем, да, и уж могли бы, конечно, да, и сделать что-то наподобие вот этого, ребята, правильно? Классно все. Все, свет, текстуры, колеса. Ага. Ну вот раз уж так, вот опять же, сказал бы, так уж много всяких анимаций, ребята. А нет, ну смотрите, вроде болтается, да? Я не могу врубиться просто. Вот эти болтаются или не болтаются? Не. Это все не болтается. Но это, по идее, шланги же, правильно? Вот. Серега будет смотреть, сделайте анимашку для полного комплекта, сделайте анимацию вот этих шлангов, висюлик вот этих. Так, ну давайте заправим его опять же. Так. Забыл, 2500 он только, да, несет с собой. Да, 2500. Оп, все, тележечка просела, все как положено. Все, помчались. Давайте попробуем из салона. Ну, тут, видите, у нас спинтайр, если мудран, или как-то это уже дело решено с камерой, да. А здесь еще, конечно, туговато все это обстоит. Вот это вот, руки прозрачные. В принципе, можно тут по прописке убрать и водителя. То есть, как бы, ну, стрелки, конечно. Вау, сейчас мы провалимся туда вот. Воду. Ну давайте, в принципе, уже провалимся. Это же все-таки трактор у нас, да? Урон наносится. Все как положено. Ну, классно, ребят. Вот слов нет. Вот приятно ехать на приятном, хорошем, обалденном моде. Вот действительно. Вот если сделано хорошо, то оно хорошо и сделано, да? Шикарный трактор, ребят, вообще просто шикарный. Ребята молодцы, постарались. Модель обалденнейшая. Текстуры обалденнейшие. Все просто супер. Молодцы. Еще раз повторюсь, ссылочка, ребята, кто хочет приобрести данный трактор, на автора присутствует в описании под видео. Также в группе я выложу в товары. У кого, ребят, тоже, если есть какой-то приватный мод, например, да, то без всяких денег делаю обзоры. Но единственный вот косяк, я беру мышками моды на обзоры.
Хотите, давайте, хотите, не давайте. Можете поспрашивать, чьи моды я обзорю. Все моды остаются у меня. Никуда налево, в отличие от некоторых лысых товарищей, не уходят. То есть я продажей модов не занимаюсь. Потихо не барыжу, как это делают некоторые товарищи, которые нам не товарищи. Поэтому есть желание, ребят, пишите. Запишу обзорчик, выставлю себя в товары. Деньги за это не беру. Единственный минус, что моды беру только мышками на обзоры. Вот и все. Так, ну давайте по моду сейчас мы дотащим эту бочку. Тоже его там кинем, эту бочечку. Ну трактор, конечно, класс вообще. Вот трактор прям с большой буквы, ребят. Да, Макс, вот вся реально, вся игра держится на мододелах, вот, кто делает моды, это точно, как бы, разрабам, как бы, разрабы вот сейчас, ребят, сейчас вот опять же новость, да, выходит Spintyrus Mudrunner 2 у нас, тот мудрик у нас вышел только буквально год назад, вот год прошел, через год они не делают там какие-то там плюсы, да, там сделали две бесплатных DLC-шки, это как бы плюс, да, ну вот сейчас третью сделали с американской техникой, там, да, канадские леса, вся фигня, эти грузовики, не помню даже какое количество, и предоставляют, сначала было вроде как платно DLC, а сейчас в итоге я так понимаю, что этот DLC перерастает в Spintyrus Mudrunner там 2, по-моему, или 3, или 4, или уже 25. И каждая шляпа теперь будет. Гусеничной техники так мы не увидели, да? Погодных условий меняющихся мы никаких не увидели. Короче, мы ни хера тут не увидели. Вот в этом, ребят, Mudrunner'е, которое должно быть обновление для Spintyrus'а обычного вот этого. Вышло обновление в качестве новой игры Spintyrus Mudrunner. Вышло две DLC-шки. И, по сути, сейчас вот очередная DLC-шка, она уже превращается в Mudrunner 2. Дальше будет Mudrunner 3, 4, 5 и 25. И какие-то гусеницы там, смену колес вот этих, это я не знаю, это я понимаю, что это будет не какое-то обновление, добавление, а все это будет продаваться. Просто у людей, наверное, слов нет у меня, просто это что-то как-то дальше говорить, да? Нет совести, скажем так, да? Отцепим прицеп к гидрине фини. Поехали, поехали, поехали. Тут телега за нами что-то помчалась. Так, ну давайте ставим, ребят, следующий прицепчик. ПТС у нас будет. Вот такой прицеп бортовой. Ну, естественно, он будет грузиться. Погнали. Так. Сейчас мы его загружаем. Бревна. Так, ребята, кто-то пишет в Дискорде. Сорян, пока что я на обзоре. Так, давайте проверим загрузку, выгрузку, погрузку. Ага. Что-то тут как-то не зашло. Бревно не так упало. Не хватает. Ну давайте перегрузим сейчас еще раз. Так, прицеп ПТС, загрузить. Все это скидывалось, ребят, грузилось. Опа, о. Вот, видите, что. Все потом не говорит. Блин, ну, конечно, что-то тут маленечко не заходит, зараза. Бах. Ну, вот, видите, бревен много, я так полагаю, нет? Сколько? 4, бляха-муха. Как-то надо их, наверное, просто двинуть немножко, я так понимаю, на... Или повыше, может, просто поприподнять при выгрузке, чтобы они побольше разваливались. В принципе, все грузится. Вот до этого обзора, как бы, я пробовал все. Просто, может, стою как-то кривовато немножко, поэтому они так слетают хреново. Как вы видите, они через раз там бах-бах, просто бревно на бревно попадает. Вот видите, опять оно попало чуток. В принципе, если проехать, я думаю, оно там все перешубуршится и нормально будет.
потрясти тут тележку разочек другую где-нибудь. И может быть все получится. Или бахнем. Все. Ну, в принципе, нормально. Сейчас погрузка тут не страшно. Так. Нет, ну конечно. Классно. Вот чего, по-моему, тут, ребят, не хватает, это гаражных очков. То есть топливо он таскает. Топливо таскает, значит, дрова таскает. Манипулятора нет, ну как бы и бог с ним. В принципе, можно загрузиться, хрен с ним, и дефолтным каким-нибудь погрузчиком, да? Каким-нибудь автомобилем. Ну или модом каким-нибудь, да, правильно? В принципе. Но если бы вот сзади еще сюда, ну вот эту всю кулису ставился бы манипулятор, бы, конечно, было бы классно. И гаражные части, вот какой-нибудь такой бортовой ПТС-очку, да, и туда что-нибудь нагрузить, каких-нибудь хреновин запчастей, например, да, и чтоб он мог как бы считаться как гаражные очки, например, пару очков гаража, да. Было бы классно. Ну, это было бы классно, если бы еще можно было к телеге прицеплять телегу. Почему вот такую фигню никак не продумают в игре? Да? Потому что я знаю и сам лично видел, что эти трактора таскают и по две, а то бывает и по три телеги. Вот. И причем без проблем они тащут. Медленно, но уверенно. Они их прут, потому что как бы дури-то хватает у них. Вот. Ну классно, классно. Вот. Обалденный мод, ребята. Вот ничего плохого не скажу. Добавил бы, конечно, вот анимации вот на вот эти шланги. По-любому. Так, интересно. Так, смотрите, подъемник-то на телеге тут присутствует. Кстати, у них вообще у этих телег поднимается вот эти борта. Может быть, давайте попробуем еще вот это дело посмотреть. Так, та-та-та-та-та-та. Open кузов. Ага. Опс. Так, ну кузов-то, ребят, поднимается. И вот косипорчик, что груз, видите, как он привязан не к борту, а к самой телеге. Как-то надо тут вот это подправить. Но я думаю, парни все это сделают, посмотрят обзор, и как бы это тоже, в принципе, это все дело прописки. Поэтому и дело там буквально там одной минуты это все поменять, перепрописать, это все недолго. Поэтому это тоже не считается косяком, просто небольшая прописочка, может быть, ошибочка. Просто может еще ребята мод выставили для обзора, но вот такие небольшие мелочи еще немножко не доделали. При продаже, я думаю, все это будет уже исправлено. Вот. Ну, по поводу мода, ребята, вот просто респект, пятерка прям жирнючая такая. Из 5 по-любому. Все морается, все классно. Прям вот, ну нет слов как бы, да? Одни эмоции, причем только положительные. Еще раз повторяюсь, ребят, это, чтобы опять 500 раз не писали мне в сообщении, там, в личку, там, да, на канале здесь. Мод приватный, ребята, ссылка на автора по поводу приобретения присутствует в описании под видео. Также принимаются заявки на индивидуальное текстурирование модов. Значит, если у кого-то какие-то проблемы с текстурами, да, а не с модами, то Сергей Бочаров принимает заявки и по поводу текстурирования пишите Сергею. Цена вопроса, это уже с Сергеем вы там решаете по поводу объема работы, да. Насчет текстур. Так, отцепляем прицеп. Едем, смотрим дальше, что у нас тут есть. Что-то еще должно быть. Так. Угу. ПТС мы посмотрели. ПТС-2. Такой бортовой прицепчик у нас красненький. Ну, давайте посмотрим по загрузке. По-моему, у него еще пока нету ничего еще по поводу грузиться.
Так. Ну да, загрузки еще нет. Так что мы его просто в сторону откатим, наверное, я чувствую. Вау, да ну на хрен. Сорян, ребят, мой косяк. Давайте мы сразу отцепим. Сложил я трактор, короче, к ядрине фини. Так, тут у него нет никаких этих, да? Просто отцепляем прицеп, пусть он там валяется на асфальте. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Еще. А еще. Так, а еще у нас есть прицеп Шаланда. Угу. Вот такой прицепчик. Тоже все по текстуркам. Даже давайте посмотрим на сами прицепы, да? На колеса у прицепа. Все просто вообще классненько выглядит. Ну вот реально ж классненько, да? Все просто обалденно. Давайте грузим мы его. Так, прицеп Шаланда. И 2 очка загрузки также. Давайте про... Так, ну-ка. Скинуть груз. Ну все, ребят, все скидывается, все загружается без проблем, как бы. Это, я говорю, просто я, видно, может, как-то кривовато стоял, поэтому... Потому что я до этого, вот, когда смотрел мод, вот, именно на ПТС-ке, на бортовой, все там было вообще классно. То есть я загружался, выгружался, у меня не было такого, чтобы бревно там на бревно ложилось. То есть ровно стояло все, и все нормально было. Да, вот тут бы какие-нибудь, впереди бы какие-нибудь, знаете, такие... какой-нибудь захват, чтобы можно было грузить, сзади бы какой-нибудь манипулятор, ну и гаражные части, и все, полностью автономный мод, ребята, был бы. Вот просто берешь только трактора и только на тракторах проходишь, ребят, карту. Вот это, конечно, вот, Серега, будешь смотреть вот обзорчик, посмотри, может быть, что-нибудь придумайте с этими манипуляторами, какими-нибудь вот этими захватами, чтобы он еще сам грузился и гаражные части, и все, и мод полностью автономен, как бы, для игры он и так-то, в принципе, шикарный, да, а если с полными добавлениями вот всех вот этих погрузочных хреновин, то вообще классно. Ну классно идет он вообще, и подвеска хорошо работает, видите, везде там, и на прицепах, и на самом тракторе. О, блин, закрылись люки. Я ж свалился, да. Ну, все. Теперь все, все нормально. Теперь все хорошо, как говорится, да? Ну-ка, давайте через кусты сейчас вломим тут на нем. Бамперок бы какой-нибудь туда можно ж, в принципе, захреначить было бы. Как, типа, как противовес, например, какой-нибудь. Вот тоже бы было хорошо. Ну классный, ребят, мод классный. Вот сижу, мне сказать, ребят, реально нечего. Еду и наслаждаюсь вот тракторишкой такой. Обалденный МТЗ, ребят, обалденный. Давайте морду ему поменяем хоть что ли, я не знаю. Вообще без морды давайте поедем. Вот так вот. Да, забыли в гараже поставить после ремонта. Классно, да? Ну вот анимацию бы еще мотора бы, да? Мотора. Даже не знаю, с виду вроде как нету, да? Анимацию мотора, глушака бы. Хотя бог его знает. Не, ну можно было бы сделать, можно было бы. Было бы так поприятнее, так повеселее. Вроде для полного фарша, как говорится, полного комплекта, да? Хотя, в принципе, там, наверное, такой анимации-то и как таковой большой-то и нет на этих тракторах, этих моторов. Не могу даже припомнить. Все намокает, ребят, все пачкать. Ну, тут приятно кататься, вот реально. Приятно.
просто приятно ехать. Знаете, что сейчас можно замутить? Ну-ка, есть у них точка зацепа? Есть недалеко, кстати. Вот точки зацепа не отрегулированы тоже. Ну-ка, отцепить прицеп. Сейчас мы еще кое-что замутим. Давайте попробуем. Вообще. Есть, ага. Так, сейчас мы сделаем тут кое-что. Берем ПТС-ку. Так. Так, сейчас мы загрузим, ребята, и кое-что замутим. Стопэ, братан, вот в чем еще беда. Видите, точки зацепа очень далеко. Очень далеко. Вот надо их загнать туда бы на место. И можно, в принципе, ребята, и если бы точка зацепа была бы вот тут, да, то можно было бы нам спокойно хреначить две телеги. А так, видите, получается, как, получается какой разрыв. Да? А в принципе, если бы точечки бы зацепа были бы на месте, было бы вообще бы классно. Вот загнали перед Мадрид трактора. Да, только надо точку за... Ох, подколдыривать вот там. Но это как бы и понятно. Такой риск возможен. Ну, точку зацепа можно, конечно, поближе туда сделать, прям к телеге. Я на каком-то, на ДТ-75, по-моему, так катался. Там на телеге, на... Опа! Ищ! Ну-ка, стопэ, летивый, ща как улетим, кедрень. Так. Сейчас, ребят, подождите секунду. Так, друзья, извиняюсь, тут немножко с работы позвонили. Вот, бабах, стопы, трактор влез, да? Телега в телегу. Так, все сломалось у нас. Ничего страшного, это, ребята, на обзор не влияет. Как бы, сейчас мы все тут это расхреначим. И сейчас мы это все сделаем тут. Это не... Не косяк, ребят, трактора, это просто на месте появления была телега. Ее просто надо кедрение фени вот одну удалить, какая там была-то. Наверное, пумпурум. Вот это, наверное, да? Удалить ее надо. Продолжить. Ай, в трактор-то не сели. И мы в трактор-то не сели. Вот так вот, теперь мы сели в трактор, да? Вот, и все нормально. Там просто вот где мы появлялись, да? То есть вот мы что сделали. Ю. Мы просто когда появлялись вот в этом месте, видите, стояла телега. И поэтому так
херануло, как говорится, да? Алексей Эртман. Зачетный трактор. Да, Алексей, трактор просто обалденнейший. Ну ладно, с этой телегой мы разобрались. Шаландой мы разобрались, да? Так, этот ПТС-ку мы отцепляем. И вот остается еще емкость 2500. Ага, что-то мешает. Ага, мешает там. Цистерн валяется. Вот. Во, прям в цвет, смотрите, попали. Ух ты. Зачет. Да, ну-ка, давайте намордник на него еще оденем. Ну-ка, утеплитель. Ага, утеплитель-то не ставится на этот капот, только на первый капот. Вот оно как. Ну, давайте тогда поставим. Вот так вот. И вот так катанем еще. Ну, прям в натуре мешковина вот. Такая зачетно. Ой-ой-ой. Так, нам надо заправиться, посмотреть, да? Все. Все, телега просела. Утеплитель мы натянули на морду. И поехали. Колеса давайте поставим. Шоссейные передние, да? Чик. На таких колесиках прокатимся. Даже скрин можно забамбулить туда. Как мы тут его поравнение маленечко. Да ёкарные кусты. Вы вот тут взялись. Сделаем скрин. И поедем. Ну, классный аппарат, ребята, вообще. Все. Все мигает, все отлично. Давайте воду его сюда. Оп. Все классно, ребята. Вот прям... Прям обалденная МТЗ-шка. Не хватает, конечно, для погрузки и гаражных частей. Вот что не хватает, ребят. Вот прям вот... Я бы сказал, что это прям сильно не хватает. Чтобы он мог сам автономно грузиться, например, да? И гаражные части таскать. Свои. Именно. И все, и полностью автономный для игры модик. Классный, обалденный. Сама модель классная. Все аддоны классные. Прицепы. Ну, кроме, как говорится, дров-то тут возить у нас больше нехер. Поэтому... В принципе все, да, вот единственное, не хватает вот гаражных частей и манипулятора бы какого-нибудь, или погрузчика, да, чтобы он грузил там либо с морды, либо сзади, вот, например, как на ЮМЗ-6 есть такие вот, либо экскаватор, либо манипулятор с лапами такой, вот было бы классно, и был бы вообще полностью для игры автономный мод. Вот. Сели на трактора и погнали. А так, конечно, зачет, ребята. Как бы это не то, что это плохо, как бы. Он, в принципе, все классно. Но и с моей точки зрения, мне кажется, вот не хватает ему гаражных частей. И вот именно, чтобы он сам грузился каким-нибудь манипулятором, да. А так, конечно, прям огонь. Вот огонь. Все, тут мы уже перекопали. Проходимость зверь. Ну, тут проходимость, наверное, у меня в спинке была немножко менее под этот подкручена для прохождений. А то некоторые там, я смотрю, делают гонки, там, трофи. А там всего лишь правишь одну-две циферки и едешь потом без всяких шляп, да? Выигрываешь, как говорится. Честные гонки, мать и сети, делают они. Погляди-ка. Так что вот, друзья, вот такой у нас получился обзорчик на тракторок МТЗ-80. Вот он. Во всей красе. Ставим еще колеса, снимаем нахрен утеплитель. Вот.
Еще раз давайте посмотрим по текстурочкам. Ну все, ну классно все. Вот реально. Вот я бы, конечно, манипулятор какой-то сюда. Захват там, я не знаю, наперед. Или манипулятор сзади. Анимацию бы вот этих шланчиков. Да? И гаражные части свои. Все. Полностью автономный мод. В принципе, он так сейчас просто шикарный, да? А с вот этими небольшими штуками, как бы он был просто шикардосный, просто огонь. Поэтому я думаю, что, в принципе, парни, если постараются, то могут, наверное, и сделать такое дело. Давайте мы его заглушим. Вот. И все, на этом, наверное, будем заканчивать обзор. Всем спасибо, ребят, за просмотр, за подписку. Подписывайтесь на канал, группу. Ссылочка на донат в описании под видосом. Есть желание — пуляйте. Есть желание свои моды заобзорить, выставить у меня в группу, в товары. Денег, ребят, за это не беру. Никаких продажей занимайтесь сами. Ссылка прямо на автора. И делайте, что хотите. Я этих вещей не касаюсь. Только единственный минус — я беру мышками моды. Хотите — кидайте, не хотите — не кидайте. Воркшоповские даже, ребят, обзорить не буду. Поэтому все. На этом, наверное, обзор свой буду заканчивать. Всем спасибо еще раз. Все. Всем удачки. Всем пока. С вами был, как всегда, драйвер 51 Рус. Пока-пока. Yeah.